Дороти Филлипс, американская актриса. Дороти Гвендолин Стрибл родилась в Балтиморе 30 октября 1889 года, а свою актерскую карьеру начала с театральных подмостков. Ее кинодебют состоялся в 1911 году, после чего она появилась в более чем 150 фильмах. После 1927 года карьера Филлипс в кино стала затухать, и актриса переместилась на эпизодические роли. Дороти Филлипс была замужем за актером и режиссером Аланом Холлобором, с которым прожила вместе 11 лет, вплоть до его смерти в 1923 году от пневмонии в возрасте 35 лет. Сама Дороти Филлипс также умерла от пневмонии 1 марта 1980 года в возрасте 90 лет. Она похоронена на кладбище Голливуд Forever в Лос-Анджелесе. За вклад в развитие киноиндустрии Дороти Филлипс удостоена звезды на голливудской аллее славы.